Так, ну что ж, всем еще раз привет. С нами игрок команды «Просто 23», которая только что одержала весьма непростую победу в полуфинале, прошла в финал, будет защищать титул. Представься. Ну, меня зовут Толли, никнейм Nothing. На какой позиции ты играл? Main carry. Main carry. То есть ты вот терпел на алхимике. Да, я терпел. Ну, сначала поговорим немножко о прошлом турнире и вообще в целом о этой серии. Играли вы прошлый турнир, насколько я знаю, выиграли. В принципе, что можешь сказать по этой серии? Что тебе нравится, что бы хотел изменить и как организация конкретно этого LAN? Достаточно забавно получается, особенно на фоне того, то, что LAN и по Dota 2 в Москве. Давно их не было, в принципе. Там... Поэтому организация на уровне достаточно нормально. То есть для тебя все устраивает? Играть весело. А как бы компы, там то, что мониторы квадратные, где-то звука нет? Квадратные так себе, но вот нам не захотели менять клаву на этой игре. У нас у мидера глючила клава сильно. Мы с кем играем? Это есть, все нормально. То есть уже на non-pro LAN можно приходить со своими Да, нужно девайсами. Приходить со своими девайсами. Окей. По игре немного. Вот начало было, конечно, жесткое. Ты там два крипа на алхимике сидел, да, в лесу. На 7-й минуте два крипа, это что? Ну, в принципе, это было, ну, как бы, это все шло по плану. Вы рассчитывали на то, что там сейчас там затерпят и... Да. То есть, ну, вообще мы рассчитывали на то, что ДС делает меку быстро и Тимбер Клокверка выиграет. Очень сильно. А что получилось? Что вообще пошло так, а что не так? Не так пошли драки где-то после минуты 8. Там было много фейлов. То есть вот это где восприняли на нижние вышки? Да, там было, то есть сначала 4-0, вот это было по плану, то есть терпеть и иногда килять после левого пака. Потом какие-то фиды пошли. Ну и в принципе, когда поняли, что все, игра уже в ваших руках, главное там не зафейлить? После БКБ, наверное, моего. Там уже она совсем как-то изи. В целом... Как давно вместе играете вообще? Где еще выступаете? Ну, в общем, вместе играем, ну, лет 5, наверное, то есть, но играли так, знаешь, пабы, что-то еще, то есть, ну, не командные совершенно, так, просто знакомые все, кроме Федосик Саша. С ними я познакомился месяц назад, а вообще плейграунд, да, этим все сказано. Мы сидели в ПГН, вместо учебы постоянно все. И там так-то познакомились. Так, ну а что мешает тому, чтобы пойти там дальше на какой-то более... Мы начали вместе играть месяц назад, Сэмки. То есть, после того лана. То есть еще все впереди еще, да. У вас. После того лана начали играть Сэмки. Дня 4 неделю. Мы бигпоинт играли и дошли там что-то до 5-го раунда. Но у нас саппорт, трабл с интернетом был, у одного саппорта, и взяли замену. Не пошел замену. Ну а с кем вообще тренируетесь? Тренируетесь ли с кем-нибудь из таких известных команд? Нет, так рандомно. Просто, да. Мы пока не настолько себя сильно ощущаем. Вышли вы в финал, сейчас будут играть второй полуфинал ЧОП и Клюр. Там были очень плотные какие-то жесткие замесы в четвертьфинале. Вообще, знаешь ли что-нибудь про эти две команды? Играл ли с ними? Нет. И... Понятно. То есть... Ну, там слышал Ахма, да? Аксмо. Вот про него слышал, то есть мои тиммейты говорят, что он плотный. Но я не знаю сам. Тиммейты так смотрят. Ну, удачи тогда. Спасибо, вам в финале. Да. Приходите еще. Только я боюсь, что если вы еще пару турниров выиграете... Вам... Ну, да, нас уже не пустят. Вас уже не пустят. Но я думаю, это будет не самый худший вариант развития событий. Надеюсь, после финала еще возьму интервью.